Столица начала свою работу совещанием уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств-участников Содружества Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик. Данное мероприятие призвано обеспечить дальнейшее успешное функционирование и развитие железнодорожного транспорта. Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств-участников Содружества Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик посвящено формированию грузовых поездов и вагонов с контейнерами, согласованию порядка направления вагонопотоков. На повестке дня ежегодного мероприятия, как правило, стоят важные и актуальные вопросы, решение которых обеспечивает надежность и стабильность межгосударственных транспортно-экономических связей и способствует росту объемов перевозок в международном сообщении. Также рассматриваются вопросы внесения изменений и дополнений в нумерацию поездов для графика движения, утвержденную на 65-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников и другие важные аспекты. Обсуждения по указанным темам проходят в отдельных секциях. В этой сфере, конечно же, очень в последнее время особенно улучшаются и взаимоотношения, и все заинтересованы в увеличении грузопотоков и в одном, и в другом направлении. Так что все надежды только на лучшее, на хорошее развитие отношений. По итогам совещания будет подписан протокол. Отметим, что в числе важнейших целей и задач мероприятия – обеспечение дальнейшего успешного функционирования общего транспортного пространства, взаимовыгодного торгово-экономического партнерства.